пирамидовые силы. И подашь образ покаяния и прощения для Бога, отпущения и прощения, Божие, живи, Божие, береги с ним святой твоей церкви, а Христе Иисусе Господу нашему, с ним же тебе подобает во славу и великую славу, и Христу. Я сегодня имею благословение отвечать, причащаться, не подходите сейчас на исповедь. Помните о том, что сейчас мы уже должны начать истину. И пусть у кого есть в душе особо тяжкие грехи, будет краток и исповедует их точно и ясно. Все остальные могут подходить принять исповедь Бога Тайна, кто исповедовался накануне. Благословен Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков.